Приветствую всех на канале. Ну, на самом деле ничего сверхъестественного в этом столе нет. Просто изготавливал я его для своей сестры. Она любит раскинуть картишки, погадать на судьбу, удачу или просто разложить пасьянс. Поэтому столик изготовлен в таком стиле. На крышке стола я изобразил карту Таро, означающую фортуну, удачу. Я думаю, ей понравится. Сейчас предлагаю посмотреть ролик о том, как я делал этот стол, и вы убедитесь, что никаких магических инструментов или колдовства здесь не применялось.
Напишите в комментариях, как вы относитесь к магии, колдунам и тому подобному. Оценивайте это видео, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Ну а если поделитесь этим роликом в соцсетях, это будет неоценимая помощь каналу. Всем добра! We'll be right back.